которого мы собираемся. Вот, говорят, что так долго не живут. А мы живем. Вот, и, в общем-то, я очень рада всех вас видеть. Надеюсь, что нашей компании еще добавится. Значит, какая сегодня программа? Программа у нас сегодня разнообразная. Во-первых, значит, основная часть встречи нашей посвящена пьесе Игнатия Дворецкого «Человек со стороны». Значит, тема, почему именно эта пьеса взята, по рекомендации вот Леонида Бараико, который обнаружил. Вот я знала эту пьесу, но то, что действие в стихе не происходит, почему-то я вот это не заметила в свое время. Вот. И еще это связано с тем, что День машиностроителей через неделю. Ну вот, а мы же встречаемся третью субботу месяца, вот мы и решили поговорить об этой пьесе. Значит, кроме того, наш дорогой Юрий Галявович Мустафин предоставил нам очередную свою выставку. Копии работ не слишком известных художников. Ну, тут есть и более известные, и менее известные. От Ливерия, например, мы уже знаем. Вот. Юрий Галявович расскажет. У нас выбрана. Итак, значит, когда подачи Леонида Михайловича я стала смотреть материал, мне было интересно, почему именно в Тихве, почему здесь вот, значит, вот в таком сборнике, общеизвестном, советская драматургия, здесь есть вот как раз пьеса Дворецкого «Человек со стороны». Итак, я вот еще потом вспомнила, что я видела афиши. В Питере, значит, БДТ «Человек со стороны». Ну, пьеса и пьеса, как бы я ее не смотрела. А оказывается, вот действительно, если мы возьмем, значит, вот, перевернем страницу, здесь написано «Современная хроника в двух частях». Правда, спектакли и фильмы говорят, что это драма. И среди действующих лиц, значит, так, Сапсакаев, Петр Кенович, директор Тихвинского завода, 43 года, потом тут, значит, так сказать, секретарь парткома Тихвина, и много всяких лиц, которые также работают в Тихвине. И, ну, сейчас я вам кратко изложу содержание. Самое-самое кратко. Книжки Дворецкого, он написал довольно много таких, значит, пьес, которые в те времена, это 70-е, 80-е годы, были очень популярны. Такая пьеса, как «Трасса», она тоже стала фильмом. Кстати говоря, меня вот, когда я готовилась, очень заинтересовало, что оказывается, пьесу Дворецкого «Человек со стороны», во-первых, БДТ ставил, во-вторых, значит, театры под руководством Эфроса в Москве, в-третьих, значит, этот спектакль, который постановка Эфроса, его сняли на фильм, сделали фильмом, и еще сделан просто художественный фильм, тоже, вот, только называется он «Здесь наш дом», тоже по этой пьесе. Потом есть радиоспектакль, есть аудиоспектакль, это как сказать. Ну, и оказывается, если верить интернету, в 50 странах мира эта пьеса ставилась когда-либо. Ну, что за пьеса такая замечательная? Вот он как раз выступает. И потом, когда я разговаривала с Татьяной Владимировной, Татьяна Владимировна сказала в цикмиссии, что в 78 году к нам в Тихвин приезжал в составе большой делегации, значит, писателей, и она с ним общалась и даже сфотографировалась, и вот она должна нам об этом рассказать. Но сюжет пьесы, в общем-то, я прочитала, пьеса небольшая, динамичная вполне. Вот, значит, видите, какие афиши, и так вернем. К Игнатию Дворецкому. Дело в том, что сюжет такой. Значит, на предприятие, на наш завод, тогда это централист, приезжает человек, который предложил одному из ведущих инженеров, руководителя одного из литейных цехов, переехать в другой город и возглавить более крупный блок цехов, ну, такого же направления. Директор завода нашего не отпускает его, ну, не запрещает 100%, ну, так сказал, что вот ему 3 месяца, и я сейчас в отпуск ухожу, и 2 месяца вы, в общем-то, в Бельгию уеду, через 3 месяца, в общем, ты должен вернуться. Вот.
Вот Портком его тоже не отпускает, но там хорошая перспектива, и герой, фамилия его Чижков, решает уехать. Значит, а уезжает он, как там не названо, если Тихвин назван, то, значит, там тот город не назван настоящим именем, а это вообще, значит, Ижорские заводы Колпино. И вот там действительно есть цех огромный, который, к сожалению, не справляется с, значит, задачами. И было решено такого деятельного, энергичного человека 32 лет, как возраста, но очень такого умелого организатора, назначить вместо старого человека, который воевал на этом месте, ну, в смысле, защищал свой завод. Но, к сожалению, у него не получается руководить предприятием, этим цехом, так как надо. И вот тут человек со стороны приезжает. Он как бы совсем чужой, там, куда он приезжает. Но и там, где он уже работал, он так тоже порвал со всеми связи. И, в общем-то, тоже, ну, в общем-то, да и личная жизнь у него не нравится. С женой у него такой конфликт, она болеет. Вот, и, в общем, он уезжает один. Приезжает на завод, несколько недель осваивается, смотрит, все записывает. Его, естественно, ну, как сказать, не очень хорошо воспринимают, потому что что... А почему не очень хорошо и почему планы не выполняют? Дело в том, что, оказывается, полно приписок, друг друга покрывают, все вместе воевали, все защищали. И вот этим старым они живут, что вот они город, значит, отстояли, завод не сдали, под пулями и бомбами работали, но время-то изменилось, и надо работать, а, в общем, огромные приписки. И вот потом получается, значит, ситуация, что тогда срок месяц, который себе Чижков назначил, этот инженер, он начинает добиваться, так сказать, нужной работы. И, естественно, конфликты. Вот. И потом, в конце концов, значит, пьеса заканчивается как? Чижков должен вернуться в Тихвин, там идет заседание парткома. Партком жестко настаивает на том, что он бросил производство, там его, ну, то есть он тут не уволен, и там особо-то и не принят. Хотя Чижков попросил зарплату, ту же 280 рублей, что он и тут получал. Квартиру только трехкомнатную попросил, мы ему пообещали. Вот, и что надо его там из партии исключать и все прочее. Но, в общем-то, этого не происходит, потому что все-таки, как сказать, Чижков, переборов дисциплину, там, ну, это фильм надо смотреть, я советую вам, если можно на Ютубе набрать, кто вот владеет техникой, или когда-то, может, будет идти фильм «Здесь наш дом», это очень интересный фильм, потому что играют очень хорошие актеры, и Санаев, и Джахарханян, и такие вот, ну, просто классики того периода там играют, а спектакль, он поскучнее, потому что спектакли, ну, там действие происходит... Сначала фильма немножечко, хотя бы чтобы вы увидели, вы сами сначала рисовали. Человек со стороны так на Ижорском заводе и остается. А наш завод, маленький литейный цех, который Чижков все наладил, так и продолжает работать. Ну и почему, мне кажется, вот это очень популярно, потому что как раз поднималась эта производственная тема, значит, как сказать, надо повышение эффективности труда, там составляли всякие планы в 70-е годы. В общем, получилось, что он написал пьесу где-то в 69-м или в 70-м году, а в 73-м году вот одновременно спектакль. Присядьте тут, пожалуйста.
Да. Да. Ну вот начало фильма. Вот здесь, значит, выпить. Он всегда положительный куда. А? Он всегда положительный куда. Да, да, да. Вот секретарь.
Ирина Геннадьевна у нас тоже в нашей программе. Немножечко в защиту Тихвина и завода. Насколько я поняла, прочитав, фильма не видела, к сожалению, благодарна Леониду Михайловичу о том, что он подсказал эту тему. Сейчас в год 55-летия, это вообще прямо вовремя и актуально, да, получилось. После мероприятия можно посмотреть выпуски, спецвыпуски исторические в газете про завод. На заводе на нашем выходит газета их корпоративная. И с января месяца весь год публикуются, значит, вот исторические материалы, посвященные 55-летию Тихвинского машиностроения. А вот в этой пьесе, как мне показалось после прочтения, наоборот, плюс заводу идет. Потому что почему они все не хотят отпустить этого Чешкова? Почему его хотят отпустить? Потому что это молодой специалист, который в 20 с чем-то лет прибыл на новостройку, скорее всего, по комсомольской путевке. По распределению. Тогда по комсомольской все они ехали. Все, кто ехал по распределению, они все получали комсомольские путевки, потому что это давало им, это эмоционально, мы вот про комсомол говорили, да, это вот как бы вот откликнуться. Тихвинский завод. Здесь, если учесть, что, вот как сказала Нина Алексеевна, он приезжал сюда и жил здесь год, и ходил на завод почти каждый день, и наблюдал все это изнутри. То есть вот у него, если читать, даже лучше, чем когда смотришь, более конкретно, очень хорошие диалоги, очень хорошая производственность, с очень правильными посылами получается, то есть вот когда слушаешь. Их разговор, вот прям слышишь, не просто на бумаге, а прям слышишь, как они разговаривают, а здесь все производственники понимают, как жестко это было. Вот если это вышла книга в 72-м году, значит, где-то он конец 70-х был, это, скорее всего, речь идет не о Центролите. То есть наверняка он и туда ходил, но это идет речь. Он наблюдал развитие, становление Тихвинского филиала. То есть это было еще до объединения в Кировский завод. Ну, потому что буквально штрихами. Сначала Центральный 63-го года. В 69-м году буквально проходная напротив филиал Кировского завода. Потом он скушал наш Центролит как самостоятельное предприятие. И с 73-го года это стало ли Тихвинское производство объединение Кировский завод. То есть автор пьесы попал в момент, когда уже перед объединением, когда уже начали формироваться вот эти связи, это во-первых, а во-вторых, то есть Кировский завод понял всю необходимость Тихвинского Центролита для основных производств, которые в Ленинграде, что их нужно как бы иметь. Свое объединение, такой уже сформировавшийся завод. На тот момент 10 лет было Центролиту, это было самостоятельно, со своей продукцией и так далее. Скорее всего, он был именно на филиале Кировского завода. И знаете почему? Потому что там в контексте говорится о том, что упоминается Путиловский завод. Не как у нас на Путиловском. Один из героев говорит, не как у нас на Путиловском. А это, скорее всего, именно вот он наблюдал за развитием производства именно на филиале, на Тихвинском филиале Кировского завода. Это вот первый момент. Второй момент. В лице вот этого жесткого, как вот даже по первым кадрам она показалась, директора, это вот если послушать воспоминания всех наших ветеранов, старожилов и людей, кто так или иначе с других учреждений соприкасался с заводом, а с заводом тогда соприкасались очень многие учреждения города и культуры в том числе, это был Сотников. Это был Сотников, Вениамин Константинович. Здесь про него и фотографии есть в этих выпусках, и даже в нескольких номерах сказали, потому что человек, который очень много сделал не только для завода, для города, и он действительно взращивал эти кадры. Это он, будучи опытным, он вот эту жесткую дисциплину. Ведь вот почему удалось главному герою Вот он 20 с чем-то лет он приехал, 7 лет он набирался опыта, мужал, становился командиром производства, и ничего я не вижу негативного в том, вот как здесь, что он захотел
реализовать себя в другой среде, в еще большем. Тот цех, который сформировался здесь на заводе, это просто один пролет. Да, большой, но это один корпус. А он уезжает на Ижорский, с которым не справился вот этот уважаемый ветеран войны, уважаемый производственник, ветеран труда. Там 6 корпусов, 6 по версте, буквально вот начинкой современнейшего оборудования. Понимаете, в чем дело? А этому молодому, возраст Христа почти, 32 года, ему чуть-чуть, и, да, ему захотелось испытать себя на, в чем-то. Вот он туда съездил 2 раза, увидел, и у него вот это была мечта. У него была мечта, да, реализовать себя на боль в другом масштабе. Здесь его почему не отпускают? Потому что этот новый цех, который он и запускал фактически, он настолько наладил там дисциплину, жесткие графики, рапорты, отчет, все четко. Все время каждого работника, от руководителя до рядового, было рассчитано, и все знали, все свое время. То есть он настолько сделал рентабельным, и настолько этот цех в плане управления именно сделал экономически выгодным, там и себестоимость у него была низкая, и все-все соответствовало тем требованиям, которые Сотников предъявлял своим командирам производства. То есть они его вырастили. Им жалко было терять такой кадр. Никакого личного, как говорят, да, ничего личного, просто очень хороший, надежный кадр. Против были только партком Тихвинского завода, директор Тихвинского завода, а горком Тихвинский дал добро. Потому что горком Тихвинский мыслил в масштабах более широких, области уже. Понимаете, в чем еще конфликт происходит? Вот. Но его личное дело просмотрели, его там, он Нерешский идет, да, зовут, упоминали, как Нерешский. Он туда попадает, и вот смотрите, чтобы ни в какой меркантильности его не, ну, как бы нельзя было. Почему он положительным и в конце-то? Потому что его там спрашивают, когда его вызывали вот в Тихвин через месяц на парт, и сказали, ну что, у тебя там зарплаты больше? Нет, такая же, как здесь. Ну что тебе там такого вот пообещали, что ты масштаб работы? Понимаете, что он просто как летищик вот увидел перспективу. Вот я чисто только вот на защиту его. И на то, что Тихвинский завод всегда называли кадром. Кузнецы кадров, да, кузнецы кадров. То есть здесь вот такие моменты. Спасибо, Елена Геннадьевна. Ну и я вот, простите, виновата в том, что не получаю. Это идет Тихвин, а что там? А что там было на Нереже, это другое дело. Там, да. Вы сами не знаете, разбираются. Евгений Григорьевич Девятский, вот давал интервью Алле Александровне и Леониду Михайловичу, тоже пьеса вот Дворецкого, почему долго шла и вот снята была еще у Эфроса фильм, потому что, как ну, литературоведение прочитала, что значит, и сам этот режиссер тоже, как человек со стороны, пришел в свое время в театр. Да. Ну, то есть ситуация, она, наверное, часто, в общем-то, повторялась. Ну, и результаты бывают, наверное, разные. Ну, и сейчас я хочу предоставить слово на... кому? Алле, так? Ну, Алле Александровне, я думала. Алла Александровна, продолжит. Кому не слышно было после концерта. Действительно, ситуация с человеком странная была у нас на лесохимическом заводе, но там ситуация была обратная. Старый завод со старой техникой, план не выполнялся, но шли на всякие хитрости. Озвучу еще раз то, что говорил Евгений Григорьевич. План делится на 12 частей, 11 маленьких, 11 месяцев выполняется план, получаются премии, а декабрьская и годовая валится, зарплату никто не отнимет, просто планировали заранее завалить годовой план, выполнить его на кусочек. Зато хорошо жить с 11 месяцев с большими премиями за перевыполнение маленьких планов. Ситуация с этими заводами несколько разная. То есть,
Девяткину надо было поднимать старое предприятие, которое было создано еще в 30-х годах. И там просто вот на старой тире устоявшееся, ничего не менялось. Ну, вы знаете, как говорила Алиса в «Стране чудес», для того, чтобы оставаться на месте, надо бежать вперед. И просто завод сильно отстал. Да, Девяткину пришлось менять все, и вот эта ситуация руку моет, технологии финансовые, чтобы жить хорошо, но ничего не делать, и реконструкция, то есть обновление завода, обновление человеческих отношений. Здесь ситуация немножко другая. Вот существовал такой же заводик, как наш химзавод, да? Цех выполнял план потихонечку, все происходило, и вдруг построили огромный новый цех, практически, это называлось цех, но практически огромный новый завод, то есть цех сравнимый по масштабам с нашей стройкой. И работать перестало, потому что на прежних отношениях, на вот этих договоренностях и так далее, техника, простите, не работает. Может договориться с человеком, ты мне, я тебе, со станком так не договоришься, не работает. Технологии не отлажены, ничего не получается, даже старого маленького плана это не сделать. Ну и пришлось, в чем конфликт, на мой взгляд, этой пьесы, даже не в Тихвине, главный конфликт, конечно, внутри самого этого Невельского завода. Понимают, что что-то нужно менять, сами не могут, поэтому нужен человек со стороны. Они не могут конфликтовать друг с другом уже, ну, вот, любой упрек, перестановка и так далее, грамматика распределяется, правда, промахивается мимо своего сердца. То есть конфликтовать друг с другом — это война, ну как организм сам с собой, нужен имплант. И вот Чешков как раз такой имплант. Они понимают, что переживаться это будет долго. Это совершенно чужое. Проблема-то в статьях про человека, про фильм главного героя обрекают в том, что он хам, да, сидит в присутствии женщины, разговаривает не так, сидит не так. Фильм есть. Фильм несколько другой, да, более. Вы имеете в виду фильм «Здесь наш дом»? Да, да, да. Хамом называют другого героя, но никак не Чешов. Нет, ну хам там... как? Не в смысле там брани или прочее. Он не милый. Есть ситуация, когда, что бы ты ни думал, здороваешься вежливо и красиво, и так далее. Он ведет себя так, чтобы было после дела. Он не ориентируется на человеческие отношения. Чешов? Да. В том фильме? Да. А, в фильме? Нет, почему? И в пьесе тоже. В пьесе тоже. Ну, не обязательно орать на человека, можно отзывать любыми словами, ты знаешь, что все лучше, чего не сделает, в конце концов, даст конфетку и так далее. Здесь хамство несколько другое. Здесь понимают, что человек... Человеку не нужны никакие ресурсы в человеческих отношениях, потому что ему нужно дело. Не работаешь — заменят. Вот. Недаром такой упор на войну и сколько пройдено и так далее. То есть система... неверно понятых традиций. Традиции неверно поняты. Так что это неверно понято? Это семья, это личные отношения, когда главное, чтобы человеку было хорошо. Традиция какая? Если что-то у них не получается, они говорят: а помнишь, мы как с тобой воевали? А у меня там ребенок, а у меня там тот. Если станок не работает, бой 30 лет тому назад уже ни при чем. А нужно ситуацию решать с этим станком. А он пытается переломить. Абсолютно. И как раз в этом, что поменяли. Вот Девяткину пришлось менять и отношения, и оборудование. Там уже с оборудованием сделали все уже хорошо. Для того, чтобы это заработало, надо поменять отношения. Вот два
совещание, да, первое, когда все плохо, ему хамят, не работает, его не слышат. Мы на вопросы не отвечаем. Да, не знаю. Да, вот саботаж. Да. Когда глухой, когда явный, что он слышит, оно априори воспринимает в штыки. Правильно он сказал, неправильно. Вот плохо, да. Отталкивание, отторжение, независимо от того, хорошо это или плохо. И последнее совещание, когда уже все работает. То есть человеческие отношения приведены в состояние механизма. Когда уже не важно, обидел тебя кто или нет, посмотрел так или не так, ты реагируешь так, как нужно делу. Прижали, не важно. Твои поступки должны продиктованы технологией производства и так далее. Потому что я так. Ну вот, я, к сожалению, очень, что мы не смогли посмотреть фильм, потому что если не читали пьесу и не смотрели фильм, получается немножко сложно. Но я думаю, книги у нас есть, может быть, и по телевизору вы как-то сможете посмотреть, потому что тема такая, она интересная тема, может быть, когда мы если мы посмотрим, может быть, в другой раз включите, да, собраться и сотрудники, да, мы посмотрим фильм. Давайте подумаем об этом, потому что фильм на Ютубе вот мы нашли, но видите, я технолог совершенно, а может быть где-то вот не затягивая особо, но может быть где-то в начале октября соберемся. Ну вот, не 29-го, а так. Можно, а может быть в воскресенье в какое-то соберемся, когда вот. Ой, еще такой момент, деталька важная или нет. Даже в списке действующих лиц есть слово «фирма». Ой, простите, забыла две важные детали для себя. Обязана проговорить, иначе на языке будет болтаться. Из слов Девяткина. Ну, мы, естественно, начали приставать к Евгению Григорьевичу по поводу точности. Да? Это художественное произведение, это пьеса, потом фильм. Насколько правда? Набрано там, конечно, много. Пьесе? Художественное произведение. Она и не должна быть. Немножко с производством. Первое, что сказал Евгений Григорьевич, невозможна ситуация, когда человек торчит на другом предприятии, его трудовая книжка лежит на предыдущем. 3 месяца. И что? Какая зарплата? Кто платит? Кто платит? Он говорит, я в таких случаях увольнял. Нужен человек, не нужен, если он выходит, ничего не сделает. Ситуация, когда трудовая книжка 3 месяца валяется на другом предприятии, в нашей стране в те годы было невозможно. Сотникова не знаешь. Сотникова не знаешь, возможностей не знаешь. Сотников, если хотел получить в Тихвин какого-то специалиста, он сразу давал, он только с женой приезжает. Расписывать сразу дают трехкомнатную на будущих детей, нет, и чтобы закрепить навечно на этом заводе. Речь идет возможно, про а тоже по нормам и по всему. С трудовой книжкой. У него паспорт был на руках. И он по паспорту, у него был на руках. И там все это оговаривается. Ему дали месяц, он сам попросил 3 недели. Дайте я покажу по цехам, посмотрю. 3 месяца. 3 месяца это потом, это когда нет, уже... Нет, первое, что звучит, 3 месяца, у тебя есть 3 месяца. Нет, это я не про то, это директор Тихвинского и говорит, что? Мечтает, чтобы вернулся. А там, когда он приезжает в Ижоры, он сам говорит, я не буду устраиваться, я не могу начать принять цех, пока я не изучу его. Пусть все работают, как работают, я буду ходить и смотреть. Да, он нет, этим занимался, по въезде, я по въезде. Это нормально для производства. Работает на производстве, он у нас начальник. Он заявление написал, у него подано заявление, да? А то, что они не подписаны, это другое дело. Заявление подано. Так я про Тихвинский завод, про реакцию Тихвинского завода. Человек от них уходит. Ну, так он не сам по себе уходит, за ним приехал представитель с Ижорского, это оборонные предприятия. Это Министерство обороны, если вы не понимаете про масштаб. Если это решено на более высоком уровне, на основном, тогда Тихвин просто, что бы ни думали, как бы ни ругали,
получила премию. Ну, подписывают заявление, обходят, дают такую книжку и отправляют. Давай это время на раздумье. Он дает, ты там поболтал, ты там поизучаешь. Давай развернуться. Это круто для детей. Тихвин и Жура. Любой может ошибиться. Вот более высокой мутации там не задействовано. Лучше 3 месяцев вернуться. Все нормально. Все нормально с производственной точки зрения. Тут никакого нет конфликта. А 3 месяца на месте Чешкова? Ну, на месте кого-то. Там поставлен, за это не проблема вообще. А для производства. Ну не знаю, Евгений Григорьевич первое, что сказал. Ну я тебе говорю, это маленькие веточки собрать в лесу, из них сделать чего-то. И машины, литейные машины, эти самые производства. Министерство обороны. Как раз наоборот, это веточка с веточками 3 месяца можно гулять. А с литейным производством. Я и говорю, что с литейным оборот. Не могу согласиться, что с тем, что это киевский завод, это литейный. Нельзя сравнивать. Еще одно слово фирма. Даже здесь будет директор фирмы. Опять же, Девяткин говорит, что и мы, наверное, вспомним, что фирма в этом смысле в 70-х годах не звучала. Да. Не могу быть. Там говорит, ну, употребляйте слово фирма, говорите за. Это да, но почему-то даже в списке действующих лиц фирма упомянута. Так что. А в то время, если мы даже сейчас неоднозначно вспоминаем. Эту книгу я обнаружил еще в 79-м году в книжном магазине известном. Стоила она 2,50, советская драматургия, тираж 100 тысяч, нормальный. Вот, я ее полистал, конечно, классика, там есть геология. И когда попало слово Тихвин, немножко внимательнее почитал. И нашел одну фразу, там, что на этом заводе была внедрена первая в мире линия непрерывной разбивки стали. Это Тихвинская. Да, да, вот, да. Надо повесить. Вот. Ну и книжечку я потом положил, она лежала, не стал, просто поднял и увидел. Вот. Но я не знал о том, что спектакль такой, постановка, ну тогда интернета не было, нам его не привозили. Вот. 78-го, хотя я работал, я не знал, я не был похож на Тихвинск. Хорошо, хорошо. Кто-то там приезжал. Вот. А вот сейчас, когда поднял, увидел действительно и постановки, и отзывы, и все. И о том, что Дворецкий написал 19 пьес, большинство из них вот в таком стиле, и менялись герои, менялись сюжеты, все менялось, но линия развивалась. То есть этот герой, он как бы совершенствовался. У него менялось, все менялось, но как бы рос он. А первый пьеса, это была Тихвинская. То есть с этого началось. Это вот. Ну, забавно то, что когда директор сказал, я тебе 3 месяца даю, потому что я через полчаса улетаю. Вот Тихвина улетаю. Ну, кстати, тут пахнет. Аэропорт там до сих пор действующий. Правда, самолеты не летают. Вот, дальше. А сам Дворецкий, он прожил сложную, очень сложную жизнь. Производство он знал, он работал и рабочим, и руководителем, пусть невысокого ранга, он в Иркутске. Он и лагеря были, у него более чем сложная была. А в город Ленинград приехал в 64-м году. То есть до 64-го, можно сказать, был не в теме. И в этом же году началось строительство Центролита. Поэтому, когда у него возникло желание написать сначала рассказ «Инженер», который он написал, но Ленфильм не захотел ставить фильм. Ну, сказали, что там было что-то мало. Вот. То есть рассказ он предположительно написал где-то в 66-67 году. Он его доработал, и доработанный уже рассказ в виде пьесы пошел. И уже после этого Ленфильм поставил фильм. После того, как уже получилось уже внимание все. Ну вот такие дела. Вот. Ну я еще хотел такое пожелание. Вот и как бы памятником от этого всему прошлому является сам город. Вот когда кто проезжает Тихвин, он видит микрорайоны. Это такой пример Ленинграда, такие можно получить. Вот. К сожалению, это все, что у нас есть в память о том времени. Вот у нас нет музея, у нас есть хороший краеведческий музей, но в силу обстоятельств он находится на той территории, где ему и расти некуда, и направление другое. Поэтому нашему заводу, вот я приглашал завода, но почему-то не отреагировали. Ну, они узнают об этом, что нет, узнают об этом событии, встречи.
Вот, значит, их же интересах нынешнего завода, который хорошо, правильно все развивается, их же интересах иметь у себя музей и в городе точку. Нет, а что она сделает? Она ничего, она только помочь будет, не более того. Если не будет желания, то не будет этого. А еще с ними у нас есть, которые почему-то иногда говорят, а это читать мне интересно. Ты или не вряд, это тоже не интересно. Так что показывается, что кому-то было человеку, который из Иркутска приехал, было интересно, а нам не интересно. Это, например, где-то еще минут 10-15. Собственник и ориентация зовут другая. Во сколько твой самолет? В 11. Ну и денек будет сегодня. Извините, пожалуйста. Через 7 минут Ленинград. Товарищи, вам билетики нужны? Обязательно. Нет, оставьте, пожалуйста. И получите за чай, и как это называется? Вафли. Вафли. Да, давно я в Ленинграде не был. Задержаться бы на недельку. По музеям походить, в театры. Да домой надо, в Дневиш. Будьте любезны, Алексей Георгиевич, шляпу. Пожалуйста. Разрешите, я поправлю вам галстук. Сядьте. Черт, руки дрожат. Знаете, волнуюсь, волнуюсь. Я так бился за вашу кандидатуру. Вот, пожалуйста. Иванович, здравствуйте. С приездом. Очень рада видеть вас. А за вами машина придет? Должна быть. Вы меня прихватите с собой? У меня занято. Ничего, звоните. Не беспокойтесь.
у него хорошая? Не знаю. Инженер он, видимо, грамотный, но как руководитель ведет себя незрело. Управлять людьми тонкая штука, непростая. Да. Глеб Николаевич, вы слышали сейчас, где-то запущен завод с автоматической линией управления. Ну? Никакого начальства. А, да, да. Разные там неполадки, неурядицы. Машина? Вон он, голубчик. Вот деятель, а. Кнопочки, кнопочки. А нашего брата на пенсию. Так вот. Значит, там на Октябрьском заводе составишь акт о поступлении из ложниц. Они там пишут за разгрузку 45 часов. Это вместо 8. Понял? Разница? 25 тысяч под ногами не валяется? А у Чешкова мелкое фасонное литье. Конечно, должна быть более гибкая дифференциация. Что вы хотите сказать, что ему не надо выполнять план? План? Должен.